местные и на фестивале рекламы. Беларусь, Минск. Вообще из Винницы. Из Харькова в Одессу на фестиваль. Вот вернулся на родину как раз, да. В честь этого знака вас. На лекции приехала, вот, на один день только. Мы в прошлом году не были, мы первый раз. И что-то было скучно и отвратительно? Нет, ничего, нормально. Я была в Киеве на фестивале несколько лет назад. Очень приятно, что они переехали в Одессу. Первый день очень интересно. Я думаю, что дальнейшее уже платное участие будет еще более интересно. Я много лет занимался рекламой профессионально, и мне страшно интересно было, что это такое. Что это за мероприятие? Чего люди собрались? Здесь рекламная выставка. Рекламная выставка? Да. А кого выставляют? Рекламу. А секция в 2 часа, пока не знаем, что там. Вот идем. Мы попали на лекции от воркшопа и, ну, очень счастливы по этому поводу. Я и мой друг, он сейчас вот выйдет. Ребята молодцы, приехали из России, из Москвы. Дали наметки на какие-то свои идеи, мне понравилось. Вы знаете, пока просто посмотреть, а думаю, что второй, третий день уже будем общаться, уже знакомиться будем. Первый день для меня был очень интересный, я посмотрела программу и поняла, что первый день это для меня. Я запомнила, я записывала, как бы, и вообще, я теперь очень вдохновилась и хочу собирать деньги и поехать к ней учиться. Живя как бы в Одессе, ты не понимаешь, что такое большие бюджеты роликов, да, и вот как люди вот правильно реализовывают большие бюджеты и делают из этого действительно произведение искусства. Как его донести, как его донести более интеллигентно, тонко и более широко, над этим мы работаем всегда. Эти люди чем-то отличаются от нормальных, стандартных, любимых гостей филармонии? Да, шокирует очень даже, поэтому я не хочу комментировать данный фестиваль. Есть хорошие работы, да, ну не спорю, но есть такие, которые не надо подать на фестивале, потому что люди не совсем это иногда понимают. Достаточно есть интересные работы, привозят, и все действие здесь белорусы есть. С удовольствием сходила на семинары очень интересные, москвичи привезли. Из крутых вот только что познакомилась, но я, честно говоря, очень плохо помню именно. Шорт-листы попали? Попали. Ох, красавцы, поздравляю. Спасибо. Отсудили мы маркетинговые сервисы, что приятно. По основным всем вопросам практически единодушно были решения приняты. Все решено. Все. Ивент, вот «Ночь пожирателей рекламы» – это изумительная штука. Очень смешные есть просто полет такой. Мне было очень интересно. Ребята запомнились, первые норвежцы, которые строили, конструкторы. Запомнилась очень добрая реклама про персил социальная. Норвежский с роликом, мне порвал. Для меня он лично был самым лучшим. Не запомнил, что они, правда, рекламировали, все эти ролики, но ролики сумасшедшие. Нам приходилось делать все проще, на пальцах, да, как бы в двух словах объясняя, что мы хотим прорекламировать. Ну, здесь, конечно, это произведение искусства.